А в это время, значит, Биба с сеструхой стоят на палубе, над ними там реет флаг с кальмаром. Флаг не очень. У меня любимые флаги в Венеции перед собором Сан-Марко. Там стоят три столба. Не помню, какой-нибудь Джот, кто их там сварганил, им там, я не знаю, по 400 лет. А на них все время вешают эти треугольные флаги, но только длиной метров по 10. И они такие на ветру. Колыхаются. Вот так. Так красиво. Я хотел у себя дома такое поставить. Дал команду Бельчонку сшить флаг. Бельчонок четвертый год шьет флаг и каждый раз рассказывает, что он мне нахер не нужен. А я переживаю. Потому что у меня тоже мачта без джотты, правда, громоотвод. Но я туда флаги поднимаю. Тоже хочу такую длинную. Надо как-нибудь пошить. У меня тоже будет красиво. Джотта ничего не ваял. Он столько условно, малювальник он был. Я не знаю, да. Вот. Ну, в общем, флаг с кальмаром. То есть, это флот Железных островов во главе с этими двумя родственничками. Опять прут каким-то чудовищным стадом. Чисто Warcraft 2. Да-да-да-да. The Tides of Darkness, блин. К сожалению, нет дирижаблей, но вместо них летят драконы. А на кораблях, значит, везут этих кастратов, этих непрощенных, непокорных, как безупречных. Безупречных, да. Бесполезных. Да-да-да. А дыня, Карл Полумаркс и военная переводчица стоят на носу. И еще у них сзади со сложными щами стоит внезапно вернувшийся Варис, да, хотя там только что его показывали, блин, в Дорне. Он когда успел-то? Метнуться. Да. Как у нас на карте на свинье проскакал. Да. Мы с тобой, да. Блин. Ну, в общем, все это говорит о том, что в следующем сезоне нас ожидает... Заруба адская. Еще какая-нибудь... Эти рулевые... Натурально вот этой когом управляют при помощи румпелей. Вы когда такое рисуете? Ну, вы представляете себе вот этой дурой попытаться управлять руками. Вы вообще сможете повернуть-то руль восьмером? Я уж молчу. Да? Стоит такой весь. Стоит. Рулит. Блин. Вот дракар, который меньше по объему, по парусности, в смысле и по водной, и по воздушной парусности, он весь меньше, он еще и узкий ко всему прочему. Вот на 40 человек дракар, я ради интереса один раз сел за руль, вот там в Швеции упражнялись яростно. Когда оно прет, вот прям прет, и ты вот сидишь на... Заметьте, он гораздо меньше, гораздо меньше. Ты объясни хоть, что румпель это весло, типа, спущенное за борт. Румпель – это конкретно рычаг, условно, которому приделано весло, которым, да, ты при помощи усилия рычага как раз управляешь, чтобы тебе не нужно было вот так вот веслом управлять, как это было там в древности древней. А вот усилие рычага все-таки великое дело. И вот ты сидишь, под мышкой его зажав, не руками держишь. Зыбь, ну так, сантиметров 70. Ну, фигня, короче, это не волна. Тебя колбасить так начинает, вот так вот просто нужно вот натурально иметь очень недюжинные физические навыки, силы и так далее, чтобы дракару держать очень средних размеров. Вот общей вместимостью максимум человек на 40. Там 30 гребцов, ну плюс человек 10 еще, наверное, влезет. Я вот так примерно. Вот когда смотришь там какое-нибудь там старое кино, где вот эти стоят эти вот... На румпель думаешь, вот это хорошая работа. Вот там все усираются, гребут, а ты тут такой. Красавчик. Красавчик. Блин, это настолько непросто. А вот эта дура натурально там как минимум двухпалубная. С такой осадкой, вот такой ширины. И вот вы это. Один чувак стоит, держит румпель. Ты его первой волной, когда вот это рулевое весло качнется, он полетит на следующий корабль, на соседний. Да. Вот примерно так. Управлялись эти штуки. Они вообще возможны стали только потому, что изобрели кальдершток. Черт возьми, когда у вас рулевое весло, соосное с ахтердеком, когда вот догадались в ахтердек воткнуть, и вот рулевое весло приделано не к румпелю, хотя, конечно, к румпелю, то есть рычаг, и к рычагу приделан наверх еще один рычаг. Вы через передачу двух рычагов управляете этим веслом. Потянул направо,
весло повернулось налево, ну и наоборот, соответственно. Вот ты сверху стоишь, как правило, не один, и вот ты наваливаешься на один рычаг, который передает усилие в другой рычаг. Вот тогда, да, ты можешь удержать такого размера корабль. Вот пока не было кальдерштока, невозможно было построить такого размера корабль никак. Можно. Ну, просто только толку, не какой смысл будет, да, и плавать невозможно, да. Зачем тогда? Вот нет там это. Вы бы хоть посмотрели какую-нибудь картинку, честное слово. Кальдершток оказался настолько удачной штукой, что до начала 18 века его использовали. Хотя уже знали штурвал. Еще более хорошая штука. Но нет. Тут все вот так вот. Ну, идиоты.